Я именно писала о той концепции, когда создается аромат, он создается от любви. Человек не может не любить, он должен любить весь мир. И только тогда он может создать что-то действительно стоящее, что-то действительно, что касается каждого сердца. Будет прям твоим. Здесь представлены экспонаты из моей коллекции, которые некоторые конца 20 века, как, например, Мицука Герлен, имеющий огромную историю, связанную и с самим Герленом, и с домом, и с автором, и с книгой о девушке, которая изменила своему мужу, адмиралу. Фемерный аромодиффузор для автомобиля и эскиз аромата, который тебе понравится, и его будет возможно повторить, если вдруг ты когда-нибудь захочешь его сделать, я смогу для тебя его повторить. И это духи, начну с Мицука Герлен, там минорная история, которая посвящена девушке японской, влюбленной, которая замужем за адмиралом, и она влюбилась в моряка тоже, который приходил к ним в гости, и у нее такая любовь разделенная, то есть у нее есть и муж, и любовник. И они попадают в войне, их корабль взрывается, то есть она теряет и мужа, и любовника вместе, остается одна. И история трагическая, пронизанная таким немножечко грустным, но в то же время здесь есть ноты, которые говорят нам о любви. То есть здесь во флаконе заключена любовь. Любовь — это основное, что дает парфюмер, в данном случае Герлен. Он заключил в этот флакон ту любовь, которая была пронизана вся вот эта девушка, да, и к мужу, и к любовнику. Соответственно, да, немножечко такая моральная сторона здесь, и не каждый сможет носить этот аромат. Послушай, Науль. Я боюсь это трогать. Бери, не бойся. Здесь у нас шарфик просто. На самом деле, Мицука Герлен, данная композиция составлена в 90-х годах, то есть он дожил до настоящего времени. Это экземпляр с небитыми верхами, очень редкий экземпляр. Что значит небитые верхи? Не испортились, они не улетели, аромат целенький, как он должен быть. Mm-hmm. Я его, конечно, очень люблю, ношу не часто, по настроению. Когда нужно, например, так сделаем, вот так. Когда нужно... Ничего себе, ты столько брызнула? Да, я не жалею. Mm-hmm. Я считаю, что... Да, это. Здесь и специи, здесь мушистая подложка, здесь персики. Что значит мушистая подложка? Дубовый мох, использован натуральный. А настоящий, да, мох? Далее я тебе дам композицию, ты мне скажешь, чем тебе пахнет. А не надо между ними, как в этих всяких ритуале, нюхать кофе? Нет, это ты забиваешь, по сути, еще одним компонентом свои рецепторы. Ну, человек опытный не забьет себе рецепторы, а рядовой потребитель, по сути, он будет чуть хуже слышать остальное, потому что у него забивается. Нравится? Мне нравится, да. Чем тебе пахнет? Мне клубникой вначале пахло. Ягодками. Да. Так, что еще тебе может напомнить? Виноградиком тебе не пахнет? Чуть-чуть. Вот. Да, это немножко. Тот компонент, который передает фрукты. Угу. И, соответственно, ты можешь его включить в свою композицию, как в аромодиффузор мы сделаем, так и в твой маленький парфюмерный, как его назвать? Эскиз, да? Это эскиз, по сути. Да, вот это будет, да, это будет эскиз. Угу. Такой маленький парфюмерный эскиз у нас будет. То есть ты уйдешь со своим ароматиком домой. Так, мы с тобой пробочку забыли. У нас пробочка, пробочка. Вот пробочку мы уже предварительно подготовили. Соответственно, мы просто закупориваем, закрываем. Все, закрываем, переворачиваем. И он попадает у нас на пробочку. Вот видишь, что капельки стали протекать. Но ты сейчас это не делай. Просто с крышечки ты уже слышишь аромат, который у тебя там внутри. У-у-у! Теперь
Причем не все, конечно, здесь с собой.